понимание перспектив развития гуманитарных связей. И вот вчера с мэром Харбина вели разговор о том, что надо всю эту работу систематизировать. Выражают, как говоря, вот хуже стала поставлена работа по студенческому обмену, по обучению студентов. Не хватает сегодня хорошо подготовленных на наших возможностях переводчиков. Здесь, конечно, мы должны поработать с университетами нашими, чтобы поддержать гуманитарные направления в тех направлениях, которые нужны